Я не знаю, даже видно меня, не видно. Мне кажется, солнце меня засвечивает сильно. Мы едем сейчас на футбольный матч. Да. На матч «Зенита». Да. Чая нету. Сосы нету. Сосы нету, чая нету. Бедный ребенок. Что, на «Зенит»? Что за детство? Мы едем на «Зенит-2», да. Мы я едем на матч «Зенит-2» «Енисей». Какая машина сзади тебя? Эффектная, колоритная. Пикап! Это пикап разве, сына? Да, пикап, правильно. Это пикап? Странно. Да, точно с крышей пикап. Так, что нас там ждет? С кем играет «Зенит-2»? «Зенит-2» играет с клубом «Енисей». «Зенит-2» находится в середине турнирной таблицы, где «Енисей» находится. Я не могу сказать, ниже «Зенита» это точно, потому что все прогнозы на победу «Зенита». Окей, а кто в составе? В составе будут много молодых игроков, и Костя Зырянов будет бывший «Зенитовский» капитан основного клуба. А он кто, нападающий? Он полузащитник, полузащитник. Атакующего плана. Стой, пожалуйста, дорогу. Приехали, идем на стадион. Классно, так кто-то не бегает тут. Вода, да, смотри, без ограждений, так что аккуратно. Рассказывай, где мы, что за сумасшествие вокруг? Матчи. Мы приехали. На матче мы? Ну-ка, расскажи нам, куда мы приехали-то? Матч. А кто будет играть, «Зенит»? Нет, Настя. Наши против Настя? Не наши? Потом. Странно. Вместе. Мы идем сейчас не на непосредственно Петровский, а на маленький, вот на тот, я так понимаю, малая стадион. Малая спортивная арена стадиона Петровский называется, правильно? Что, все закрыто? Кафе закрыто, все закрыто. Очень здорово, что нас даже не просили, ну, там обычно шмонают на входе. Ребенок, это пропуск. Вовсюда. Мы идем с таким большим пакетом. Там, правда, на самом деле только Тёмина еда. Тёмины вещи какие-то теплые. Ну и мамины, чего уж там, арбузик. Папа порезал заботливо, да, папа? Да, да, да. Даже семечки нет. Так что идем на матч. Иначе будет говорить нам, блин, чего меня водили, лучше бы водили куда-нибудь, не знаю, на рок-концерты на какие-нибудь. Обучали меня рисованию. Привет всем участникам матча «Фонпет», первый скорозит по футболу среди команд клубов футбольной национальной лиги. Команда «Енисей», город Красноярск, и команду «Зенит-2». Номер 55 – Константин Лобов. Номер 58 – Илья Зуев. Номер 18 – Константин Зырянов. Номер 70 – Дмитрий Багаев. Номер 68 – я не читал, я был про то, как они связаны. Ай, сын на матч пришел, молодец. Рука была. Давай, дяди!
Тёма себя ведет, у нас, да, сегодня? Отвратительно. Как обычно. Отвратительно. Причем Тайма сидел хорошо, на перерыве решил сказать, что он устал, да, сына? Ну да, пожарная машина на футболе. В общем, первый тайм Тёма сидел еще более-менее, кричал, болел, ему все нравилось. А на перерыве он решил, что он устал, и что он хочет сам поиграть в футбол, и что ему вообще не интересно смотреть на то, как это делают профессионалы. И теперь он требует мяч, благо, что в машине есть мяч. Оборудовано всегда футбольным эквипментом. Папа, мам, да. И нам пришлось пожарную машину-то смотреть, нам нет? Пришлось со второго тайма уйти. Папа всячески пытается приблизиться к стадиону, заманивая ребенка различными вещами, вроде пожарной машины и того подобного. Софитики включились. Вот это ракета идет. Вид классный, конечно, здесь. А, красиво как. Встаньте, я вас фотографирую на фоне ракеты. Шла Саша по шоссе? И что делала? И сосала что? Что сосала? Соску. А вот здесь справа уже Петровский большой стадион. Он сейчас закрыт. Что меня больше всего возмутило, все мужские туалеты открыты, все женские закрыты. Как хочешь, так и справляйся. Обычно наоборот происходит. Женских гораздо больше, они все открыты. А здесь вот так, дискриминация. Пошли играть в футбол на местном газоне, а я достала снеки, которые мне заготовил муж, чтобы посмотреть, какая прелесть. Он даже положил зубочистки, чтобы мне было удобно кушать. Арбуз. Захватки. Аккуратный пешеходный переход. Красный. Аккуратно, иначе машина оторвется от земли. Блин, класс. Давай еще. Да, блин, помешал. Часто ездила. Еще меньше, чем ты была кнопкой. Так, таких моста только два, Тём. Таких моста или таких мостов? Таких мостов. Нет, мостов.